Сусальное золото или сусаль – тончайшие листы золота, около 100 нм, которые обычно используются в декоративных целях. Сусальное золото наклеивается на поверхность предметов и изделий, создавая впечатление, что предмет полностью сделан из золота. Единого мнения о происхождении термина «сусальное золото» нет. Наиболее уверенной звучит версия происхождения от слова «сусало», с древнегреческого «скулы» и «лицо», так как сусальным золотом покрывали лицевую сторону изделий. Кроме чистого золота для покрытия изделий применялись также различные сплавы. Золото и серебра – двойник, золото и меди – тальма. Иногда имитацию золота создают без непосредственного участия благородного металла, применяют сплавы иных химических соединений и металлов. В таких случаях для того, чтобы пленка металла максимально походила на позолоту, ее покрывают желтым лаком. Происхождение сусального золота. Известно, что в китайской провинции Лонтан уже 1700 лет назад производились тончайшие золотые листы. В России изготавливали сусальное золото как на фабриках, так и индивидуальными мастерами-сусальщиками. Наибольшей популярностью пользовалась фабрика в Пошехонье, Ярославская губерния. Это был крупнейший центр производства сусального золота.